Комплексное исследование Или Балхашского бассейна планирует провести Министерство водных ресурсов совместно с Французским агентством развития и Бюро геологических и горных исследований Франции. Стороны намерены подписать меморандум и трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Также будет налажено сотрудничество в вопросе изучения, мониторинга, разведки и забора подземных вод. Будем поднимать вопрос сохранения как раз водоемов, которые вот, ну, существуют в Казахстане. Это Каспийское море, это Балхаш, это Северный Арал. Хотим совместно с вами подписать эти два меморандума. Это, я думаю, будет таким еще большим толчком для продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества.